Так в тебе уживаются пепел и белый лист, нерешительный путник, Бёрдман и рок-звезда, постановщик спектакля, кричащий из-за кулис во все горло актеру, который в тебе завис. Что пора начинать, что уже неприлично ждать, что одно отсекая другому, увы, не жить, что в тебе столько радости, сколько с частицей не. Да, в твоем плейлисте поют и Би-2, и Крид, а, возможно, ты ждешь их почти невозможный фит. Эти разности. Эквалайзер в твоей башке. Ну и что, если нравятся бургеры и пол-дэнс? Получай удовольствие. Двигайся, ешь, люби. Этот мир совершенен в части несовершенств. Признавай своих демонов и говори им «сэнкс» одновременно с классным, чтоб Бог тебя смог вместить.